Всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а у нас тут был на днях, так сказать, не рейд, а перестрелка с одним трайбом с Рагнарока, поэтому всем приятного просмотра. Что? Я не успею прилететь. Кто обратно, там, блядь, на нейтра... Это кто? Почему Рипер пошел? А чё кровати не возрождается? Ну, потому что вас убили в ПВП. Алло, куда он идет, когда вас люди убили? Блять, а с хуя, извините, у меня, блядь, это... С хуя у меня Рипер пошел, блядь? Ну, не знаю. Он на пассиве, блядь. Ну, блин, ну, какого хрена? Сейчас я ему, блядь... Я ваших Риперов не трогаю. Сейчас я, блядь, устрою, нахуй. Манаву, зачем ты забирал, Манаву? Я Манаву зачем забирал? Чтобы сгонять за щитом. Я это ясно и четко два раза... Убил одного. Давай, сейчас я... Блять, ну речь, пожалуйста, родные. Куда твоя Манага бегает? Блять, мне помощь нужна. А я здесь, все, зашел. Зашел? На Рипера. Поверяйтесь, я лечу обратно. Блять, вон своего Рипера вижу. У меня парашютов нет, нихера нет, блять. Толя, быстрей Манагу. На Манаге прилети. Срочно. Рипер твой куда побежал? За мной прилети, я на Манаге сам долечу. Ты с тобой. Где? Лети к нам, где мы стоим. Что я лечу тут? Одного снял. Давай быстрей, пожалуйста. У меня хп, кстати, мало. Вот, блядь, тебе сейчас пизды даст. Давай, слезай. Садись. Со мной Вова сел, все. А что надо делать? Ты сейчас поведешь, Угу, давай. Так, это хули. Хули он на нейтралке, блядь, Вова дос... Ой, бля. Это ты тут свистел, бля. Так, все. Мне робота доставать как? Да, щит? Доставать. Доставай щит. Достаю, так, подожди. Блять, это что за хуйня? Помогите, у меня Манага внизу. Вов, помнишь, где ты был? Вов, Манага. Заморозь Манагу. Как щит ебаный включить, блин. На цель, на эту, сделал. В щит, да, пацаны, сделал. В щит. Опа, идет, а этот. Элемент просто в робота закинул. Да. Идет, да. Элем. Элем идет. Ухуй, ракету, базуку доставай из Рипера. Блять. А он проходит щит. Да, он прошел щит. Хуярь его нахуй. А хули тупим, кстати? Сейчас, а я тут стрелял. Манага бежит. Убил. Убил этого наездника. Я щит по новой ставлю. Давайте в щит это зал. Так, ток, чё, давайте я что ли это иду разряжать или чё? Меня а кто... Сейчас, подожди. Ждем. Чё по турелям? Не знаю. Смотрите, ну, турели. Два челик. Челик выжил, наверное. Так я на Рипере, зачем? Закопайте обратно. Так, сейчас я возьму вещи. Аж яйца сжались. А, во мне седло от него. А, это Кисам. Это вообще другой прибежал. Вот ну и как, ну. Ну уже минус этот. Хули он опять на... А, на пассиве, все. Че, я иду разряжать, Вов, будешь прикрывать? Да, сейчас, подожди. Нет, а мне что делать? Ты сидишь, подожди, и сторожишь. Подожди. Сижу, сторожу. Одеваю пока броню. Сейчас я тоже броню одену.
Давайте. Да, я пока только броню, ничего брать не буду. Подожди, Вова, винтовку скинь в него мне. Вот, все. Раз, все, да все, возьми все, ты в рипере, ё-моё. Да все, я взял. Давайте, давайте. А че? А сейчас подождите, дайте одеться. На Е нажимай, Вов. Оделся. Быстрее, они сейчас сообразят уже. Уже, наверное, сообразили. Время вот. Ну все, Вова, ты оделся, крылья-то тебе зачем? Мы пока по логам выигрываем, давайте. Пошли. По логам и по численности мы требовали изначально. Давай, иду. Бегу прям на них. Чмо в горле. Так что, выше голову подними. Там у них вива, если что, грозовая. А я наездника с этой снимал. Надо парасера сожрать будем. Да нафиг он надо. Да потом, не отвлекайтесь на ненужные. Прася там просто так стоит, правильно? Вов, а ты что не сказал? Я тут в камни сяду с этой свинтовкой. Чего? А ты что не сказал, то что надо так забираться? Это как я... Это... Так что делаем-то? А к ним же хрен подойдешь. Ну ты да. Чё, ты что об этом не сказал-то? Я жарю, на горке они стоят. Ну, на горке можно на горку подойти, а можно никак не подойти. Блин, вы рейдите, я просто. Ты где, Вов? Ну, я нам с тобой сзади. Ну, если чё, это седло, но... Обычно. Что, ну почти. Опа. Что? Что-то да разряжаю. Кто-то по мне стрелять? Голову вверх. Да я стараюсь, я не понимаю, куда идти-то. В меня... Нет, ты подними голову вверх и войди в режим этого. Я знаю, я это тут. О, разряжаю. Вов, прикрываешь? Да, да. Если что, смотри наверх, чтобы по мне не палили. Он стреляет там. Слезай с манаги, если что, и стреляй по снайперам. А их так не видно. Да вон, видишь, сверху лазит. Да не вижу. Да вон, со стороны меня, вот, за... Вот. Надо... Да, я понял. Надо мной прям. Умно. Выключил? Да, выключил. А что у нас еще есть? Блин, да я к ним хрен подойдешь, что-то. А ты их откуда так классно разглядывал? А вот из-за того. А ты залезь на соседнюю городу, а снимай их. Ну, точно. Господи, еще мне подсказывать надо. Вот я стою, разряжаю. Снимай их, если будут что-то отключать или еще что-то делать. Окей. Если будет видно. Они там все у вас, да? Да. А у тебя чё? Я турели потихонечку разрежу. Вов, а ты можешь снимать эти растения X? Сейчас попробую. Схерали щит выключился. Еще раз. Он перегрев. А. Подождать. Сиди, сторожи нашу респу. Да, не снимается. Вов, а ты можешь сгонять быстренько, я не куда? Знаю, с арбалетами?
О. Вива сагрилась, ура. Я хоть посмотрю, как ты уводишь живку. Может, я буду его тоже напасть. Есть. Блять, я упал. Сейчас бегу. Ну ничего, я с Вивой сражаюсь, тихо, нормально все. Нормально? Да, да, да. Вива без наездника, она на нейтрале была, потому что как итальян ставит на нейтрал. Ну она хоть сажается с ним. Я ее сожрал. Пощечину ему даст. Что, следующую? Да. Что, убил, что ли? Да, убил ее. Дайте я логи буду красивые чекать. Что-то. Чекай. Ну это было ядовитое, верно? Что так, чувак зашел в домик. Ага. Сейчас еще попробую одну сайлить. Ага, сайлилась. Вам первая кровать надо сломать, самую важную. Колян, к тебе не летят? Не, ко мне вот тут у меня никого вообще. Окей. Они что, пассивные что ли? Пассивные. О, сишки, вот идеальное, ну, да? Место нашел, все, иду. Сишки? Сишки не взял. Да у нас есть мех. А, ну да. У нас есть моя Ева. Ну, у нас есть ракеты, как бы, ну, блин, сишки, нахера я их делал. Как-то разряжать пытаюсь. А у них, видимо, только выжившие и прирученные стоят, что ли. Меня б уже давно сбрило. Анатолий. Тэкщит активировался? Да, да. Он быстренько остыл и все включил. У меня тут все спокойно, они реально вами заняты. Я разряжаю. Кстати, а если у тебя все спокойно, можешь подлететь с обратной стороны дома? С обратной стороны дома подлететь, взять... А, у нас же нет огненных стрел, точно. Базуки возьми. Базуку и попробуй долететь. Долететь на рипере? Не на рипере, а на... Пешком? Да. Тут тебя не будет ничего снимать спереди. Спереди это вот если я просто побегу. Да? Угу. Смотри, я один, я сам побегу с этим гранатометом. Надо мне, чтобы ты сзади растение Z снимал. Так, у него перегрев на 44. Да, я могу побежать, конечно. Ладно, я побежал. Ты тут живки, конечно, отрезки. Ох, вот это сейчас хорошо я пролетел. Что-то они лошары немного. Нафига ставить только выжившие прирученные существа? О, разряжали. Анатолий, видишь? Да не вижу я, блядь, не вижу. Это кто прижал? Растение. О, помоги мне. Ты где? Вот я перед куполом где. Вы там воюете, а дикая жидкость? Я разряжать пытаюсь. Ну кого, давай, я побегу за тобой, ты... Или... О, давай, подожди, стой. Я не тяжелый. Нормально? Да. Ты меня веди только так, чтобы меня не отстрелил. Ага, вижу, как он там разрешит. Так, мне надо... Ну, когда я слезу, потому что мы знаем, что ракет. Огонь, нахуй. Вон, видишь, меня растение Z стреляет, оно мне жутко мешает. Не, ракеты просто... Не поможешь? Надо ближе подойти. Вова, а ты где? Я на другой стороне. О, я могу дамажить. Я могу пробежать? Нет. Нет? Ну-ка, я, может быть, могу винтовкой. Не, я не могу винтовкой. Я бегу обратно вниз, я бесполезен. Риперами можно, слышите? По этой бить. Почем? А по растению Z можно риперами второй способностью, но вот этими снарядами. Я вертаюсь обратно. Куда? Ну, к роботу. А ты можешь это на роботе подстрелить, а? Щит пропадет. Да хрен с ним.
Стрелец какой-то входит. Где ты там? Я попал. Стреляй вон, видишь, где в меня стреляет зетка? Я попадаю. Я урон не наношу. Не наносишь, еще поближе надо. Разрядил, что ли, не поверю. Что, реально, что ли? По мне не стрелял. Вон. Да ёб твою мать, как с этого пистолета, блядь, вообще стрелять? Хрен знает. А, он вообще урон не наносит просто. Он должен наносить. Так чё там? А чё, если я попробую туда запрыгнуть? Это ты резко должен смотреть. Это по тебе что стреляет? Турка одна. Ты что-то вообще никак. Как говнище ты, турка. Поправляй. На Монаге вышел. Возможно, с тобой. Кто на Монаге? Чувак там. По мне стреляет. По тебе стреляет? Разматывай. Я шо, знаю кто и откуда? Да вон птер вокруг тебя летает, дурачок. Это ПВЕшники эти летают. Ну вот они прилетели, мешают. По ним нет урона. Я их бил, мне говорит, вы не можете бить это ПВЕ. А, слышишь, а если я подойду? Летит Монага к нашей этой респе. Да чё ты разлетался-то? О, ну так ты говоришь, что это ты. Ну мы чё, знаем, что это... Во, я проверил. Это, знаешь, как сделать? Я сейчас попробую щит там поставить. Просто ты из той сторожи эту на... Эти два на птерах летают, это ПВИ. Ну ты имей в виду, что это снайпер меня пытается снять. Ова говорит, ну рискну, смотри, я щит хочу поставить. Посмотрел. А кто это тогда на Монаге? Я пролетел. Так а как ты риску нашу смотришь? Вот да, туда стреляет. Там это, вон, видишь, чувак меня еще пытается пострелять. О, да. Не по мне только. Я что-то вообще пофиг. Ну-ка, подождите. Силы, блядь, не равны, сука. Вот это. Да конечно. Силы не равны. А у нас равны, что ли, были? Кто стреляет? Я стреляю. И я. Чувак, ты сама меня морозит. Кстати, да, так, если бы... По кому стреляет? Тебе стреляю. Я о, стою сзади, я не понимаю, как... Это ты. Челики на Монагах улетают, походу. Это я там один. Да ёпта, Вова. Всё? Чё... Один за мной, один отойди. Ещё один вылетел. Они научились, кажись, сети ставить. Я ну, это, если... я отхожу. Интересно. Я подпрыгнуть могу, мне вот интересно. Блять, они на этой Монаге ебаные. Я отхожу, мне надо это, отхилить. Не вижу, я иду еще. Сука, ебать слепой, конечно. Я упал, вот смотришь на их базу, я справа, там, внизу только. Угу. Вижу, 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 вижу. Минуту. Он морозит тебя, да? Они оба меня морозят, блять, ты что, не видишь? О, бля. Сейчас иду. Там еще кто-то сидит, блять. Пшли нахуй, чмошники, ебаные, блядь.
Сидите в базе, дефайтесь, муды. Как не, блядь, залезь нахуй сюда, только ебаные роботы, сука, не летают, нихуя не делают. Вова, уебь, залезь обратно, это... Да залезь обратно, это, я тебя сейчас убью. Это, меня пытается загрызть. Заморозить. Да, мочу, да мочу, заморозить мочу. Пытается, мочу. Где, ёб твою мать? Вы где? У нашей респы рядом. Вова, на респу лети, на респу. Я реально не знаю теперь, как мне залезть сюда, потому что, ну... Вон, улетела обратно, за сова. Вижу. Так, ну-ка, снайпа. Угу. О, это ты. Даня, а как взлететь-то мне выше немножечко? Хер его знает. Ну и что мне делать? У тебя перегрев двигателя, остынь. Я понял, на 40 только нагрев. Как мне вам, к вам залезть? Лё, ты мне придумать можешь сказать? Не могу, я по манаге стреляю. Понятно, стреляй. Они вот... Вот смотри, я... Ещё попробую обойти, конечно, там. Вов, будь со мной. Будь со мной, Вов. Вы держитесь, кстати, там вместе, они Монага меня замораживает. Мы вместе держимся. Монага меня пыталась заморозить, но у нее не... это вышло, конечно, но она мне ни хрена урона не нанесла. Я ее сгрыз. Ну, давай, ну залети. Ну еб твою мать, вот. Не хочет залететь. Ну пиздец, я не знаю вообще. Криопод и это. Крюками залезть можешь, тебе крюки дать. Хе-хе, да тут летает ПВЕшник, он спалит, что я сейчас. Криопод тут заложу. Опа. Ну давай, сука. Да нихуя. К тебе, Вован. Ко мне полетели. Заморозь, Вован, заморозь. Сука, ну вы поможете, нет, делай. Да я далеко. Иду, Вован тут не заморозил. Да, Вован мимо прыгает. Морозь. Жри, суку. Криопод, это мне надо спуститься ниже, чтобы они меня не убили, пока я буду его это засовывать. Поэтому я так и делаю, сейчас засовываю. Далеко, да, мы ушли. Ага. Кто, где? Я заморозился. Блин, меня заморозили. Бей. Угу, еще идет. Война. А чё во мне столько лута-то? А, это этот. Лети, Даня. Угу. А ты сам? Я здесь рядом с тобой. Давай назад на эту. Отходим пока. Не, он голод тратит, но как бы много он не нахилит. У нас косарь мяса есть. Нужно. Я щит пока не ставлю, потому что это дух. По элементу. Он элементной пылью может заряжаться? Так, ну чё, я этого... Давай, шустро. Кабана сейчас выну на нашу сторону. Вашары. Я говорю, им зашел еще один челик, их сейчас будет трое. Да и хрен с ними, 3 на 3. 3 на 3, это уже тяжелее, да. С учетом того, что вот робот на самом деле мало чего может. Но они нам дали кабана в подарок. Как ты думаешь, им по роботу шумно? Тебя хилит? Да, меня хилит. А, выходит, значит, ник не наверху. Все, он больше не захилит. Давайте, долго не это, не тянем. Они тоже в это время хилятся там стоят. Вов, это. Вов. Ты на мне прям. Да это. Все, пошли. Ну, кабану подарили, окей. Идем дальше. Веселая война. Надо туда к ним залазить и ломать это все. Там ничего не стреляет уже, кроме этих долбанных. А ты уверен, что мы можем? Может, ты бы на втором. Может, я бы что? На втором рипере по. Так, мы его вообще собьем.
Но он рипера морозит. Нет, ты не собьешь. Там у них вон рексы что-то стоят. А, ну это в базе. Нормально. Стреляют скотина, блять. Так, ну-ка. Чего? Да сейчас. Ну я... с чего-то, с огнестрела он стреляет. Я что могу сказать, с чего он по мне стреляет? Во, летит. О, вот двое летят. Они в меня пытаются нацелиться. Блин, да сука. Они втроем нахуй. Один на одном стоит и стреляет по 72. Давай, в атаку. Ну давайте, в атаку. Блять, ну что тут не дает пройти, ну? Вов, замораживай. Разматывай. Они ебаные стоят, блядь, тоже не дают. Блять, Вову морозят. Помогайте. Ну-ка, если запрыгнуть. Не запрыгивай, тебя сбреет. Давайте я попробую. Hello. Да. Бля, я не долетаю. О, там есть турель заряженная. Вот ты эти разрушаешь. Я сейчас попробую зайти. Или не сзади. Короче, хоть как-то подойти. Блять. О. Я ненавижу, сука. Помогите. 1, 2, 3 входит в арк, началось. Начинается, надо собираться. Отряд собираем. Мне интересно, они, блять, это отсталые что ли немножко? Сквели они по мне стреляют по 72 урона, а вместо того, чтобы тебя снять. Я еще и реально не вижу, откуда он стреляет. Стоит. Это вообще трэш. Он там стоит, он в растении спрятался и в растении стреляет. Блять, он так-то больно бьется, хочу сказать. Отходим? 3000 хп снял. Ну конечно отходим, если вы стоите на месте, ничего не делаете, и я стою, получается, точно так же ничего не делаю. Так какой план? А у вас даже плана нет? Ну надо залезть, разрядить турки и сломать его. А как мы залезем? Лестница хотя бы. Обойдем с это сам. А или там обойти нельзя? Там обойти нельзя. Блять, ну и нахуй мы вообще на них нападаем? Не, ну хотя... Ребята, ну вы простите, реально, из вас такие тактики охуенные. Стой, ну, как ты собрался рейдить, если ты туда залезешь даже? Это ваша мать, это мы там под ними стоим. Если бы еще этот мех... Ой, я залез! Еще... Я залез! Что, нормально? Помогите! О, залезай, ты! Так. Запрыгивай, не могу! Тут адский разгон. Ну, выходи. Я пытаюсь. Что там такое живое? И да. Еще и растения теперь. Помогите! Нет. Вот это жопа. Пацаны, вот это вот. Вова, вот этого морозил. Давай, ты бейте. Я отхожу на рипере, я другого беру. Не, на моем ты туда не лезь только. Раз там столько тут. У нас это. Это кто? Это Вова сидит возле меха? Да. Я хотел стрелять. Так, ладно, я это, я пока попробую отхилить, окей? Я там жестко разрядил. Я там прям вообще жестко разрядил. Нормально хили? Подойди, посмотри. Да какой посмотреть? Видишь, на ком я сижу? Вов, может ты посмотришь? Мы в безопасной зоне как бы. Что посмотреть? А сколько рипера хили? Нет, Алян, придется это. Меха убрать в дом, а тебе на рипере. Придется-то, Алян. Да ради бога, он меня заебал уже. Робот, блядь. Если бы у них база стояла просто на равнине. Точнее, меха, уже... меха в риперы. Потому что, блин, ну этот мех, он реально бесполезный получается. Он не прыгнуть высоко не может. Рипер прыгает выше, чем. Так, что там? Это жри кабан. У кабана не так кончился. Что там? Давайте нападайте. Подожди. Так, ладно, рипера отхилил.
Вроде, ну хоть как-то иду по второму кругу. Там Манага стоит еще сзади. Они вашары, у них ни расти, ни зет, ни вампадогов, это как? Ну да, нет, тогда чё их так сложно зарейдить? Потому что место кайфовое. Правильно. Я бегу, вы там рядом, да, с ними? Ну там садятся, они у них на сове висят. Ну, по ним постреливаем так-то, они, я не знаю. Да вот, смотри, как надо, вот, видал? Чё, где? Не вот, видал, как я заскочил? Я не вижу. О, вижу, блядь, мне надо идти ему помогать. Ничего. Давай, там давай, теперь ты заскочи, его. Заскочи ты теперь. Попал в нее? Ты же попал. Нет, я в нее не попал. А, в смысле? Чё вы там, где? Вот, понял, вот. Как запрыгивать? Допустим, блядь. Давай, давай. Давай вдвоем туда залезем. Давай вдвоем. Нет, пошел. Давай. Ражби. Ражби, сука. Нет, блядь. Стой, вот здесь, вот от камня, вот здесь, вот смотри, давай. Раз, ну, два, давай. Три. Пусть. Я тебя тоже залез. А, по мне тоже попадает. Блин. Заморозил. Вот, прохожу, я отпрыгиваю. Посмотрите быстро. Ты чё, ушёл? Ну, да, я ушёл. А меня кто прикрывать будет? Встал, ты видишь моего рипера вообще? Да, да, да вот ты же на меня прыгаешь. Он в говно. Я сбежу, бей его, Виву, бей. О, бей, 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 бей. Стой. Бей, Виву, бей. Да сука, развернись ты кусок говна, блядь, я понял. Ну пиздец какой-то, ебать, оно так разворачивается, охуенно, я похуй. А ты-то чё ты? Ты встал спиной к ним, он там стоит, целится с винтовки. Я стрелял с винтовки. Ну, бля, Толя, сука, заебал стоять. Я заебал стоять, да. Да иди а ты не нахуй на панике, просто, вот я тебе это так давно хотел. На панике, да это ты на панике, и я на панике. Да не да похуй, ну он реально, он ждет, пока я подойду. Давай. Потому что ему еще делать? На учебу ему, сука. Школьник ебаный, блядь. Куда ты, блядь, пошел на Манаги, сука? Сейчас тоже сольешь ее, блядь, и все. Что ж он, куда ты прыгаешь? Нормально все. Нормально все, блядь. Разряжай. 503, блядь, я что-то там не ношу, сука. Я упал, они меня скинули. Вот он, вот он. Да, 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 я видел. Прикрой. Шо? Где? Как прикрыть-то? Охренеть. Ни хрена я прям под Манагой стоял. Бля, Толю. Не, у меня уже все очень плохо. Меня еще и садят. Блять, да уходи, сука, прыгай. Нахуй. Грызи его нахуй. А, блять, руби нахуй. Вижу еще. Четырнадцать тысяч из 60, оно не стоит того отдать. Это ты чё сдаешься? Сдаешься. Ты чё, не русский? Ты чё, китаец, если быть русским, это значит в тупую, блядь, идти и умирать, то да, я не русский, мне это не нахера мне это. Да видишь, они суд. Суд? Да, они тебе предлагают номера. Потому что ни у них нет ничего, и у нас им рейдить точно нечего. Ну пиздец, они какие там два дня. Заморозил, в ко-
конечном счете мы решили разойтись, потому что нам было уже нечем атаковать, а им было нечем обороняться. Ну, в общем, мы заключили перемирие, так сказать.